Очень веселой и познавательной оказалась встреча журналистов портала «Утправда.ру» с ребятами из реабилитационного центра «Восхождение». Рассказы о буднях телевизионщиков, обучение азам профессии корреспондента, операторов и монтажеров очень заинтересовали юных собеседников. Оказалось, что некоторые советы, в частности, по ведению съемки, пришлись очень кстати. Очень много лайфхаков, которые в жизни помогут, потому что мне тоже нравится снимать что-то. И у меня даже был свой YouTube-канал, но я его, так скажем, забросила из-за того, что я начала почему-то стесняться камеры, но мне кажется, вы меня подтолкнули начать все сначала. В реабилитационный центр «Восхождение» дети попадают не от хорошей жизни. За свою недолгую жизнь каждый из них успел столкнуться с проблемами здоровья или плохим отношением родителей. Чтобы ребята воспряли духом, многие деятели культуры и искусства посещают центр. Директор Нина Шишкина с радостью принимает гостей, потому что знает, насколько важно проявлять к ее подопечным внимание и заботу. Замечательно, когда есть специалисты в учреждении, которые любят детей, любят свою работу. Но еще, наверное, даже не вдвойне, а втройне ценно то, что рядом нас окружают такие замечательные, неравнодушные люди, которые, несмотря на свое ограниченное время, возможности, приезжают к нам, встречаются с детьми, дарят им свою любовь, свою доброту. Дети это ценят, им этого многим не хватает. Реабилитационный центр «Восхождение» всегда готов принимать гостей, потому что кроме физического оздоровления детям просто нужна радость общения и новых знаний. Виктория Шикова, Руслан Баталов, Сергей Прус. Новости Ульяновской правды.